Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сменить настройки даты и времени на вашем смартфоне Motorola E6 Play. Итак, для начала мы заходим в настройки. Затем в настройках мы листаем в самый низ и заходим в подпункт «Система». Здесь мы жмем на опцию «Дата и время» и видим, что у нас включена автоматическая синхронизация по сети. Жмем на дату и время сети и выключаем синхронизацию. И как мы видим, теперь мы получили доступ к настройке даты, а также к настройке времени. Если вы хотите поменять часовой пояс, то тогда снимаем вот здесь вот, нажимаем на ползунок. И видим, что у нас разблокировался часовой пояс. Заходим в него, заходим в регион и выбираем регион, в котором мы находимся. И также, что мы здесь еще можем поменять? Можем поменять часовой формат. То есть у нас сейчас стоит 24-часовой, выключаем, и у нас автоматически становится 12-часовой формат. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!